Привет всем! Сегодня 21 ноября. И как обычно, пришла неожиданно зима. Получилось так, что пивного сезона не было. Засуха перешла в зиму. И мы решили вырастить сами грибы. Посмотрите, что нам приехало. Давайте скорее доставать. Один блок хирицей, а второй шиитаки. Эти грибы очень вкусные и очень полезные. Будем пробовать их растить дома. Раз грибы не растут в лесу, значит, они будут расти у нас на кухне. Хирицей очень-очень редкий вид грибов. А шиитаки вообще у нас не растет. И выращивать их очень-очень сложно. Поэтому мы решили купить блоки. Посмотрите, вместе с блоками пришла инструкция. Здесь подробно описано, что и когда надо делать. Снимите полимерный пакет с блоку. Зануйте блок в холодную воду. Чем мы сейчас и займемся. Согласно инструкции, на 30 минут погружаем блоки в воду. И накрываем крышкой, чтобы они погрузились все. Пока наши блоки намокают, мы читаем инструкцию дальше. Розмістіть блок у ємність із невеликою кількістю води та накрийте зверху тонким прозорим поліетиленом із 3-4 отворами розміром з монету 10 копійок для дихання. Вот мы приготовили бэушное ведро с под меда. Внизу налили воды и сделали подставку из простых полулитровых банок. А в качестве крыши мы используем пакет, который пришел с грибами. Все, блоки вымокли и стали очень тяжелыми. Блок с хирицем мы помещаем в отдельную квартиру. Мы делаем все так же, как написано в инструкции. Наклеили грибы целлофаном и проделали 3 прорези. Теперь через 2 недели ожидаем маленьких ежевичков. Я очень надеюсь, что они вырастут. И все точно так же проделаем с шиитаки.
Вот так будет расти шея таки. В следующий раз я планирую посеять более простые грибы. Это вёшенка. Всем пока! До новых встреч! Нас еще ждет много интересных приключений.